первый телевизионный сезон «Шансон ТВ» и проекта «130» в Доме Высоцкого на Таганке. 20 сентября на легендарной сцене будет царить любовь. Любовь Успенская и группа «Сансет Бульвар» с новой программой «Любовь – это дом». Встретимся 20 сентября в 19:00. С любовью. Проект 130. Заказ билетов по телефону 495-639-54-54. Для лиц старше 12 лет. Информационный партнер «Радио Шансон». Дамы и господа, старая пластинка на телеканале «Шансон ТВ» звучит для вас уже 4 года. За это время в эфир вышло более 50 программ, героями которых стали легенды российской и мировой эстрады. Судя по вашим откликам, которые регулярно приходят на электронную почту, музыка наших пластинок вам по душе. Потому с удовольствием спешу сообщить вам, что в новом сезоне старая пластинка готовит для вас новую коллекцию передач. Уже осенью 2013 года вас ждут рассказы о главном лирике и философе шансона по-русски Ефреме Амирамове, блестящем гитаристе и шансонье Вячеславе Бабкове, легендарном исполнителе из Австрии Петре Худякове. Мы вспомним с вами о проникновенном и незабываемом Марте Бернесе, о неповторимой Лидии Руслановой и о патриархе одесской песни Константине Беляеве. Помимо наших звезд, на патефончике закружатся пластинки иностранные. В архивах «Шансон ТВ» хранятся уникальные съемки мюзиклов «Нотр-Дам де Пари» и «Стармания», истории которых будут посвящены отдельные выпуски. Преступлением было бы скрыть от ваших глаз недавно обнаруженные эксклюзивы «Шансон ТВ» со съемок концерта в России ансамбля «Бонни М», Элтона Джона и Пола Маккартни. По вашим многочисленным просьбам мы вспомним о двух величайших мировых звездах с русскими корнями – шансонье Джо Дассене и композиторе Ирвинге Берлине. А еще, впрочем, мне кажется, что на сегодня достаточно. Давайте сохраним загадку и интригу, ведь без сюрпризов наша жизнь скучна. До встречи на канале «Шансон ТВ» в программе «Старая пластинка».